бочонке 24 огурца. Ты задуматься не пытаешься? Внимательно читай вопрос задачи. Вопрос. Сколько грибов в третьем бочонке? Ответ читай, который ты написал. В третьем бочонке 24 огурца. Все нормально, да? Но если я написала тройку, Я тебя про тройку не спрашиваю, про цифры. Я спрашиваю, все нормально? Тебя все устраивает? Да. Меня нет. Читай вопрос задачи, читай ответ. Мама, я не вижу. Ну не буду же писать 24 огурца, гриб 24. Мама! А ну убери камеру! Еще раз, сумма какая? 1578, а вы мне даете 1550. Даете мне меньше. Я сама уже ничего не понимаю. Все правильно. Что за цифра такая? 1578. А вы мне даете 1550. Вы что, в какой школе учились? Еще раз. Сама себе послушай. 1478. Он мне дает 1550. Меньше на 428 рублей. Так иди посмотри на 428 рублей. Послушай сюда. 1547 нужно. 478. А он мне дает 1550. Иди сюда, вот. Нет, я не пойду туда. Так иди вот на табле у меня. Вы чего? Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра.